потерян в округе. Небольшое расстояние, 35 километров. Но в середине видео будет вставка, фотографии и короткое видео, которое я снял на повороте к Култуку. Фотографии город Култук. Ну и панорама озера Байкал. Погода, правда, не способствовала хорошей съемке. Ну, что получилось, то получилось. Приступаю к 135 серии. Вот бедненький тоже, видать, притомился. Становился. Гоняет по городу, так называемые городские дорожные гонщики. Пожалуйста, что мешает вам приехать сюда и погонять здесь. Целый хвост. Меня, наверное, обзывают тихоходом. Но, ребят, у меня нет. То есть сноровки гонять по серпантину, как у местных жителей. Особо желающих я не вижу. Не, пошли.
там через дорогу бегает. Фарами. Очень хорошая на перевале. Конечно, деревья мешают немного обзору. Нужно было бы их как-то обзор улучшить. Вот с левой стороны левый поворот ничего не видно.
ключ, конечно, знак поставить. Сформировалось остановить. Дорогу вроде бы сделали уже. Знак не уберите. Же примерно дорога и на Урале, перевал Уральские горы. Смотровой стоянки ни разу не был. Просто видел, что она строилась. Какой-то вид. Как туда заехать, я не знаю. Видел, что строилось. Ну, не поднимайся пока.
закладывает уши. R258. Посмотрели, вот Забайкалье или Предбайкалье, как правильно, не знаю. Вот разве можно эти... Через 1,5 километра, крутой поворот налево. Разве можно сравнивать эти места? Какое из них красивее, какое великолепнее? Да, наверное, проскочил я. Впереди камера на 50. Да, что-то я, наверное, проскочил. Эту смотровую площадку. И это был обман. Вот это. Через 500 метров крутой поворот налево. Да, к сожалению, смотровая площадка — это по встречной полосе. Даже здесь не получится остановиться и заснять, к сожалению. Байкал, к сожалению, в тумане. Пойду сделаю несколько фотографий. Режим записи.
кофе на Байкале, и я сказал, так, теперь ставим на зарядку все. Так, где мой смартфон? Крутой спуск. И полным видом откроется поселок городского типа Шведянка. Радует всех, кто вот туман, пасмурно, очень крутой поворот на 360 градусов, и сколько, 180. Медлянка. Вон, детишки в школу пошли. Ой, сядешь 1 сентября. Река Медлянка. Город Слюдянка. Еще Листвянка. Мне такие названия нравятся. Пасмурно. Байкал плохо видно. Через 500 метров держитесь левее.
заправка. Сейчас туда и заеду. Больше тут ничего, наверное, нету. Сейчас зайдем, посмотрим. Так. КРЗС. Роснефть. Маршрут построен. Через 1 километр поверните направо, а затем держитесь правее. А ну-ка, на Газпроме сколько будет? 52, здесь 47, пожалуйста. До конца маршрута осталось 50 метров. Приехал. Пойду заправлюсь. Сколько мне здесь?
30 литров. Вы приехали. Пригласил еще приезжать. Ну ладно. Что у нас есть? Что возьмем? Показывает мегафон лайк. Залил. Маршрут построен. Поехали. Поверните налево, а затем поверните направо. Вот здесь бензин 47 рублей. А там вот на въезде 52, ну 5 рублей разница. Та же правка, по всей вероятности, мэра какого-нибудь. Горы какие, а?
просто потрясающее сравнение, блин, ну ни в какое сравнение не идет. Байкал встретил нас дождем. Сейчас отфотографировать. А куда ты еще повернешь? Прямо 6 километров. Впереди камера. Время.
52.50. Вот газпромовские цены и Роснефть, и вот эти. Поставлю на зарядку аккумулятор. От фотоаппарата. Заменю в фотоаппарате. Аккумулятор. Можно. Thank you.
Так, не знаю, что сейчас получится. Включу зарядное устройство. Во время движения попробую зарядить. Ставлю новый аккумулятор, заряженный аппарат. Ставим, проверим. Показывает полный заряд, значит, можно делать снимки во время движения. Так, все, несколько секунд и стартуем. Несколько машин. Но горы не потрясающие или красивые в тумане, а? В облаках. Слева Байкал, видите, регистратор не видно, справа горы.